Так, короче, к сути, там я посмотрел, чё кого, нужен именно шнур, а не веревка, нужен шнур. И если у меня будет шнур, тогда все будет хорошо. Пока шнура нет, все плохо. Это раз. Два, глянул, как происходит самоловля и все остальное. Но там тоже такой момент, плюс-минус. Я понял, что мне нужен теперь огород, потому что для того, чтобы, ну, приманка, блядь, нужна. Без приманки все будет хуево. Без приманки никого ты не поймаешь, ни в какой капкан, ни в какую ловушку. Должен быть там по-разному. Садовый совок, блядь, нужен теперь, сука. А чтобы был садовый совок, нужно за ним ехать. Я пойду почитаю еще немного и потом раздуплюсь. Ай, карамба, похуй, короче. Сложно. Не, я на самом деле все там понял, но для того, чтобы сейчас все сделать, это проблема. Скажем так, это проблема. Так что нам остается? Нам остается взять два кексика, блядь, с собой. Нам остается взять нашу сумочку сейчас. Поспим мы в дороге. Походную сумку на спину. Дальше. Я где-то проебал. А куда делся мой охотничий нож? Вот он. Нет, это другой, по-моему. Ладно, плевать, на зачем она Beltleg. Где-то я проебал ножик. Пожарный топор. Состояние в говне. Плохо. Нужно брать другой тогда пожарный топор. Этот подойдет. Назначить на бэк. А можно дробовик назначить на бэк, как вы думаете? Где мой ебаный дробовик? Назначить на бэк. Да, я буду лучше на спине с дробовиком и с ножом. А пожарный топор для, ну, в случае нужды я закину пока назад. Да, примерно так. А топор побудет у меня в багажнике, ведь он не... Блять. Ведь он же не против. Когда он понадобится, если что-то надо будет открыть какую-нибудь дверь, он будет здесь со мной. А пока у меня есть волшебный нож. Подготовка, ебать. Подготовка как на войну. Так, отвертку взял, ножи взял, инструменты есть, кексики с собой положил. В случае нужды покушать. Надо патронов на дробовик еще захватить с собой. И маршрут удостоверить, куда мы идем. Коробка с картечью. Взять штуку с картечью. А, чуваки, это будет опасное приключение, но я примерно запомнил, куда ехать. Я уже хочу поесть. Съем что-нибудь, блядь. Давай все-таки заготовим еды домой. Не, ехать так, конечно, заебись со всем остальным. Но надо сделать себе поесть. Выживание, кулинария. Захуярь кастрюльку супа. Приготовим с собой, блядь, суп. Грибной. Так. Оружие спрячь. Что ты нервничаешь так сильно. Свежее, сырое. Поспать можно будет в машине по дороге, вообще без проблем. Так, патрики с картечью, антидепрессанты. Я не знаю, зачем вообще с собой, хорошо, пусть будут, если мне плохо, наверное, станет. Консервный нож, наверное, тоже с собой возьму. Ибо, мало ли, там захочется жрать, и я... Блять, что? О, нет. О, успел, бля, остановить. Пиздец, там время полетело. Случайно по клавише клацнул. Карта Вестпойнта нам не пригодится. Где мы сразу сейчас загрузим, куда следует. Хотя опять выезжать в ночь, блядь, дело такое. Поставлю лампочки какие-нибудь сейчас хуевые. Ну, чтобы уж были, знаешь, хоть что-то, чтобы было. Так, Вестпойнт сюда. Там мои ботинки лежат, да, не обращайте внимания, так надо. Так, суп готов. Кулинария качнулась, не иначе. Навыки. Кулинария один. Уху! Живем. Так. Суп положу рядом с собой тогда. Лампочки. Взять. Взять. Левая фара лампочки. Они, конечно, хуевые, но лучше, чем ничего. Согласны? Я еще могу и зомби побить лишний раз, блядь. И это будет тоже не очень хорошо. Там по дороге должна быть стоянка каких-то, по-моему, тачек. И там можно будет еще подкрутить. В случае чего.
Вот еще есть лампочка. Возьму ее на запас. Все, рванули. Хули тут. Так. Есть контакт. Кексик сюда. Полностью один. Пока еще светло, хоть и 7 часов, но скоро уже будет темнеть. Все, я наелся кексиком. Заднее левое, заднее правое. Вот заднее правое сиденье, там будет моя еда. Всякая разная. Багажник закрыть. Дрободан с собой, пистолет с глушителем с собой. Нож охотничий с собой, топор есть, консервный нож пока пусть тут лежит. Еще обезболивающий вообще выкину все. Я не знаю, зачем я его не выложил, он, наверное, весит мало, поэтому не парюсь. Патроны для картечи нужны. Патроны 9 мм пока можно и сюда тоже выложить, чтобы не таскать. Карта Малдро. Она случаем не лишняя? Нет, она явно не лишняя. Карта Малдро. Четвертый поворот снизу. Пускай туфли будут. Веревку, блядь, зачем-то с собой повез. Непонятно. Веревку тоже тогда заднее правое раскидаю. Лампочка пускай лежит, если вдруг. Ну-ка, фары проверим. Ну, что-то там светит, да. Что-то есть, блядь. Витамины, чтобы поехать как можно дольше и не спать. Не уставать. О, вот это сейчас будет приключение, так приключение. Возможно, даже последнее. Кто его знает, как все обернется. Вот. Что-то виднеется. Что-то виднеется. Но что, пока непонятно. 9 часов вечера, а еще светло, как днем. Слушай, тут реально нормально по дороге. Вот, я выехал вот здесь. Потому что другой дороги такой нету. Я завернул сюда и поехал туда вниз. Вестпойнт. Маленький город, больших средств. Вот. Что это в нем, блядь? А, полицейский батон в него засунули. Здесь бы по-хорошему поспать. Так, есть контакт. А, нельзя заправить, да? Может, надо с другой стороны, наверное, подъехать. Мне почему-то... В прошлый раз я подъехал с другой стороны, и это сработало. Почему бы мне не сделать это еще раз? Да давай, блядь. О, услышал, походу. Не иначе. А здесь? Да, здесь можно заправиться от заправки. Но для начала, дружок. Познакомься с гостем из Вестпойнта, блядь. В состоянии дубинки такой, даже не знаю, зачем ее брать. Бля, долбоёб. Ёбаный долбоёб, блядь. Повезло. Сука, ну да, да, Максим, это ты, конечно, блядь, интересный, интересный человек. Эй! Нет, не механика, а заправляй. Пока еще свет есть. Навточили полный бак, этого хватит уже, чтобы туда съесть и даже вернуться. Еще можно на обратном пути будет заправиться. У себя или тут, это уже не важно. Что на заправке может быть? На заправке вообще тишина, блядь, покой, никого нет. Чипсоиды вон есть. Реально, можно было заехать на эту заправку, взять деньги и не париться. Тяжелые колеса, канистры, которые, опять же, можно заправить и закидать. Стейк, ебать, настоящий. В холодильнике, да, был, по-моему? Во льду. Написано лед, а там стейк лежит, откисает. Чипсы, печенье, кексы. Нахуй суп с собой делал, непонятно.
Ну ладно, лучше перебздеть, чем недобздеть. Газовые ключи. Не могу нащупать. Чипсы. Вот. Еще где-то печенье было. Вот, кексик. Опять дождик пошел. Канистры, газовые ключи, кекс. Опять же. Тяжелые диски, канистры. Если бы я возил с собой матрас, можно было бы не в машине спать, а закрыться здесь нахуй. Пойти в подсобное помещение и там завалиться спать вообще. И не ебать себе голову. Типа вот здесь закрыться сейчас. Хуякс. Большое дело. Я пытался окно там дергать. Вот здесь в подсобке лечь и все. И хуй меня кто бы задостал здесь. Но я, честно, думаю, что в машине меня тоже хуй кто достанет. Такая вероятность, конечно, есть. Но я надеюсь, что все пройдет хорошо. Вон, хотя зомби там есть. А сверху здесь дайте проверить зомби. Одежда. Что за одежда? А, ну просто одежда. На зиму можно здесь одеться, слышь? Если... А там ветка какая-то или трещина? Трещина в полу просто, да. Можно, если что, здесь будет это реально... Приодеться. Кстати, а сколько здесь хп? Вот мне стало внезапно интересно. В вашей вот машине. У фар. Вот 83. Я у вас заберу эту фару 83. Вы же, блядь, не против. Правда. А машина у вас стандартная. Ну, лучше, чем ничего. Скрутим, ебать, все ваши фары. Покачаем тут немного. Что-то поразбирать машины можно. Передняя деинсталляция. Базовую механику, рецепт я не знаю. Тут все базовая механика нужна. Сиденье водителя можно снять, если нужно. Радио. Не нужно вам радио. Бардачок вам тоже ни к чему. Бензобак. Базовую механику. Аккумулятор достаем. Движок. Глушитель. Печь. Зачем вам печь? Шины можно покрутить. Подвеску, блядь. Все сделал, да? Теперь давай выкидывай все это нахуй. Радио, сразу разобрать его. Алюминий, аккумуляторы. Витамины, лампы. Теперь моя машина, волшебная машина. Лучшая. Блять, рядом с зомбями прям в такой близости спать. Такой себе, конечно. Так, левая фара, установка, лампочка 83. Правая фара, деинсталляция. Установка, лампочка 87 есть внезапно. Наверное, это считаются еще и эти. Неплохо. Ну, фары себе крутанул. Так, в багажник пока все остальные лампочки вонючие. А эту всю хуйню выкинем. Я прям уже слышу, как рядом со мной кто-то ходит, типа. Они прям все ближе и ближе подходят между делом. Так, не триггернулись и хорошо, ебать. Попробуем спать. У. Нет, 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 нет. Сядь на место, ебать. Не пугай меня так. Z. B, X, N. N. Y. Не завел и хорошо. И не надо было. V. Да, V. Блять, пришли, сука, вставай! Вставай, блять! Нет, блять, что ж ты спишь так долго?
Удивительно, блядь, а? Пиздец, блядь. Это еще неизвестно, что с машиной случилось. Что ж ты нахуй так нечутко-то спишь, блядь? Вон, кстати, машина есть еще. В случае чего, может тут бензин слить, выбрать любую из машин и уехать на ней. Это если ключ есть. Бля, едет пока и ладно, конечно. Еще ебать, тут прям заторы из машин. Ого-гошеньки. У нас на выезде таких не было. Там мотель какой-то был, видимо, или что-то еще. Ё-моё. Пикап вот думал взять себе, кстати. Пикап, наверное, неплохо. Но это я на спортивной тачке еле еду сейчас. На пикапе, наверное, вообще будет скоростуха прям. У-у-у. А я такой еду, а волосы назад. Так, а я еду в большой город тем временем. Он называется Малдро. Смотреть карту. Я приеду откуда-то сверху, вот отсюда, судя по всему. Но когда и как, история умалчивает. Ах ты, почти проскочил. Знакомая машина? Или нет? Вот знакомая машина. Что ж ты, блядь, будешь делать-то? Я типа шкребусь, видимо. Бля, неожиданные заторы на дорогах. Наконец-то мы их преодолели. Какое-то безумие, люди бросали свои тачки и уходили, и тачки сгорели в итоге. Ебать, тут кровище, тут-то что произошло? Как будто в Ведьмака играю, вопросики проезжаю, можно выйти посмотреть, что кого-то. Так, тем временем мы уже, судя по всему, приблизились к месту, куда нам нужно. И сейчас нам всего лишь нужно сделать все красиво, не привлекая лишнего внимания. Вот парковка. А вот и склад. Тачку мы оставим вот здесь. Ребята сзади идут к ней. Но дойдут или нет, я не знаю. Дробовик мы убираем и пока забываем. Они идут за мной, да? Выглядит как будто за мной. Это нехорошо. Или по памяти идут за машиной. Так, про меня они уже забыли. Да. Они идут, они увидели здесь машину и пришли к ней. Машины там внезапно не оказалось. Да, дробовик это, конечно, серьезное оружие. Вообще не спорю. Но сейчас стрелять не нужно. Бля, пистолет с глушителем сейчас был бы намного лучше. Ого, это ко мне? Ёб твою мать. У меня в руках нет оружия. Прохожу насквозь. Так, вижу мужчину. Сейчас мы, блядь, вам милдровским покажем, что такое Вестпойнт, сука. Та ебать, не утруждай нахуй себя. Та давай в голову, блядь. Не утруждай себя, блядь. Упал, заебись. Давай в голову ему. Ну, блядь, в голову, пиздец. Приплыли, блядь. На, нахуй, ложись снова. Давай в голову ему. Да ебать, ну что за хуйня? Почему он просто не засунул ему? Вот этому сейчас засунет, точно. Ну, конечно, блядь. С этим прошло как надо. Так, к нам тут уже кто-то долбится в дверь. На звуки борьбы, видимо, подошел. Или даже в окно. Я открою вам, ребят. Ну, давай в голову ей. Так, дальше все красиво, спокойно. Я не вижу, сколько там людей. Но слышу, что долбится.
Блять, в один конец, сука, походу. Ну. Я шарю, ебать, все нормально. Ну, сейчас пригодился бы пистолет, правда? Так, все, все трое вышли. Там четвертый, я слышу. Ребята, окно есть. В окно прям приглашаю, ебать. Здорово. Сколько лет, сколько зим. А вы, ребят, переживали? Думали, все? Не, мужики, вы че? Работает Максим. Все будет хорошо. Слышу, кто-то кряхтит здесь недалеко. Хотел бы удостовериться, что все в норме. Все в полном порядке. Нож в ручке, ебать. Слышу какой-то движ на складе. Но не понимаю, где. Так, слышу и понимаю уже. Здоровенькие булы. Я не совсем... Похуй, случилось, и ладно. Мягко, блядь. Да что ж она так застревает? Нож же, блядь, новый. О, ключ от склада, кстати. Сюда подойдет. Ключ-то почему не забрался? Сюда, говорю, подойдет. Берем кувалду и уходим. Игла, рация. Ну, качаем электрику еще сверху. Почему бы нет? Игла дома есть. Пила. Нить, проволока. Нужны эти штуки. Нитка уже, ладно, хуй бы с ней. Заходим поближе, прям забуриваемся. Доски, доски. Верхние шкафчики. Опа, палаточный кол там был. Да, палаточный кол. Давненько его не видел. Ломик. О, редис. Ну ёбжешь твою мать. Не говорите мне, пожалуйста, что я и здесь ничего не найду. Сумка для семян. Содержит уже ништячок какой-то. И пачку семян редиса сразу в него. А, нельзя, надо в руки взять, чтобы в него. У меня сейчас нет на это времени. Пачка семян редиса. Ситуация легче не становится. Отмечаю. Пока что. Пока что. Доски. Колы. Проволоки. А большинство коробок просто пусты. Еще куча краски, аккум. Пожарный топор. Ну вот, как бы неплохо, да? Неплохо, но... Кувалда. Все, есть контакт, ебать. Бечевка, ебать, еще и на эту хуйню. Изолента, еще и на селочке бечевку нашел. Так, вопрос. Пьем или уходим? Коробка гвоздей. Морковка. Да, пока досмотрим уже до конца. Правильно я говорю? Воду пока сюда скинем, может даже от перегруза. Так, радиопередатчик. Провода, запчасти. Это все разрешаю оставить себе. Главное, чтобы перегруза не было. Есть. Там краты, трубы, доски, лопаты для снега, фонари. Фонари можно разобрать, конечно же. Нет, можно аккумулятор только достать и все. Очочки, защитные, кстати. Хм. Ну-ка давай-ка, блядь. Где там мои защитные очки? Хочу одеть? Надеть. Чтобы щепки не... Еще одна кувалда. У меня уже вторая не зайдет. Краска серая. Но я еще помню, что здесь есть еще одна. О, клубничка. Она хоть прорастет зимой, наверное. Хотя сейчас лето. Я только недели две живу. Бечевка еще одна.
Где еще одна бечевка? Я видел. Она вон впереди аж. Нужно идти, чтобы ее достать. Сварочные электроды, трубы. Дальше. Грабли, лопаты, доски. Домой пора. Путь не близкий, коробка гвоздей еще одна. Коробок до пизды. Можно снять вот этот первый ряд коробок, и только тогда ты сможешь щупать второй ряд коробок. Но мне с этим заниматься не очень-то к месту. Особенно с моим перком на сон хуёвый. Кисть, морковка. Мешок песка, наверное, ценная штука. Колючая проволока. Томат. Вместе мы фруктовый сад. Садовой совок и лейка, кстати. Ну, то, что нужно. Эти вещи, типа, мне реально пригодятся, если я захочу засадить себе морковку там или еще что. Ладно, все, попиздили. Есть опция еще пойти наверх, но я нашел все, что мне было нужно. Еще вторую кувалду, конечно, бы забрать. Ну да ладно. Я просто здесь вот так выйду. Они там облюбовали, конечно. Блять, куда? Есть контакт. Сасамба. И он возвращается на поле в своем прекрасном транспорте. Пить хочу. Да ты не... Сейчас выпьем. Газировочки выпьем в честь такого прекрасного события. Вот что я называю поездка. Это уже даже не рейд. Это... уже буквально первый выезд в соседний населенный пункт с какой-то целью, с каким-то приобретением, с каким-то успехом. Интересно, а сколько с одних семян морковки можно получить? И сколько семян можно потом получить? То есть пачки семян, сколько здесь? Распаковать можно. Значит, это в крафте видно. Фермерство. 50 семян морковки, ебать. 50 нахуй можно посадить. Это, блядь, буквально будет 50 единиц. Потом, то есть, будет морковка 50 написано. Охуеть. Не сильно ли это круто, а? Спросим мнение эксперта. Мистер эксперт, как вы считаете, блядь, не сильно ли это круто? Давайте соберемся все вместе. Коллективно, ебать. А хули там один к машине пошел? Ты чё, охуел, дядя, блядь? Сюда смотришь? О, с дробовика на ходу заебись идет. Ну-ка, блядь. В рядок. Не вставай, сука. Не вставай. Ёбаный свет. Это же лучшая пушка, блядь. Дед знал, что делал. О, смотри, смотри, на подходах. На подходах, блядь. К папе, блядь. Ебать. Слушай, это нереально. А по навыкам качается неплохо меткость за это, как думаю. Точность. 19-13. Шоколадку еще съем. Собирался, блядь, как на войну. В итоге все прошло настолько заебись, что даже напрягаться, блядь, не пришлось. Особо. Так, вот мы и дома. А машинку выключить. Так. Выкопать могилу, блять. Может, вот здесь попробовать? Копать. О. Скопал. Совочком чисто. Копать сюда теперь. И тут копать. Сам пошел топтаться? Молодец, блядь. Сейчас бы, если бы здесь была посадка, так было бы охуенно. Копать. Давай сделаем тебе место, где ты сможешь ходить. А потом закрутим, если надо, налево или направо.
Ебать, посевы пошли. У-у-у. Так, дальше. Лейка, это нам надо. Кувалда, это нам надо. Сейчас в машину закинуть все. Так, кувалда в тачку. Топор уже в тачке. Бутылку в руки. Коробки гвоздей, колючие проволоки. Ладно, давайте разбираться. Бечевки, колючие проволоки. Хоть бечевка у меня есть на эти, на селочки. Изолента, коробки гвоздей, проволоки. Хавку надо. О, внутри хавку надо. Сумку для семян, дополнительную руку. Картошечку, обычную сумочку. Тут все классно. Садовый совочек, печенька, потрошки. Леечка, депрессанты, анти. Рваные тряпки. Так, да, вот как мы поступим сейчас. Пожарный топор пусть здесь остается один. Лампочки тоже, как и патроны для дробовика. Правое сиденье, ебать. Пожарный топорик сюда. Ибо не нужен он нахуй. И здесь все, что тоже сюда. Пошли в холодос, сбросим всю эту красоту. 9-миллиметровый можно было бы и не забирать. А на место положить пока. Есть. Так, теперь. Мистер холодильник. Вот вам кекс. Вот вам... Блять, нахуй вам кекс положил. Вот вам стейк. Что еще пропадет? Вот вам суп. Завтра с утра поем. Все, больше нихуя и не нужно. Получается. Так, нож для консерв. Блять, один может нахуй кинуть реально в этот. Кину-ка я его, блять, в машину. Пусть будет. Вот к этой хуйне ко всей, которая здесь лежит. Мало ли, когда я где окажусь. А тут раз и открыть можно, есть чем. И жить хорошо, и из банки покушать. Такой походный. Так, дальше еда, которая не испортится. Тоже в тумбочку ее. Печенье, кексы, чипсы, газ. Все, отложили. Спать пора уже идти ложиться. Лампочка, веревка. Бинтики здесь нужны. Пожарный топорик, вот. Явно лишний, кстати, в этом, на этом празднике жизни. Но уже места нет его зацепить. Давай во вторую. Тумбочку нужно поставить для семян. А где, блядь, взять тумбочку, кроме как у соседа, нахуй? Куда бы можно было сложить все свои ништячки? Радос! Радос! Мне нужна тумбочка! Какая-нибудь, Радос! Во, коробка, блядь, коробка подойдет, Радос. У тебя тут гвозди, нихуя! Живешь, жируешь, блядь, я бы даже сказал. Так, поднять картонную коробку. Понесли, Радос, она как раз мало весит, то что нужно. Сейчас мы ее сюда внутрь загоним. Вот так как раз, смотри, как встает хорошо. Тут у нас будут сейчас семечки всякие. Я самая. Сумка для семян. Так, так. Клубничка, лейка. Блять, фермер из меня, конечно, как из говна граната, я сразу вам говорю. Ну, кто не пробует, у того не получается, правильно? Завтра все это будем пробовать, пока пойду спать. Заебало. Выкопать могилу, блять, прям здесь, нахуй себе можно. Сон пошел хорошо.
прям дрыхну, дрыхну. Ебать, 9 утра, какая прекрасная. Только солнца нет, тучи какие-то, что ли, не понимаю. Ну-ка. Не, солнечно, ништяк. Приятная погода. Так, что нам может понадобиться? У нас есть совок. Бери морковку, блять. Бери лейку, блять. Лейку пошли наполнять. Так, наполнить бутылку воды. Что, у меня так долго свет есть? Я уж думал, скоро отключать будут. Пока вроде живу. Пока вроде более чем живу. Наполнил. Так, теперь выкопать могилу. Посеять семена, морковь. Требует семян 12. Вынуть штуку. Пусть будет 50. Посеять семена моркови. Среднее время роста 15 дней. Минимальный уровень прилива 35, максимальный 80. Что написано? Кого, блять? Похуй, сажаю морковь. Сколько семян... Блядь, сам же потоптался. Молодец, нахуй. Сколько осталось моркови-то? Там, наверное, 14. Песик, ебать. Иди сюда. Бакстер, Бакстер, пизду сюда. Все заебись. Не переживай. Теперь. Полить. Сколько там было информации? Текущая фаза роста неизвестна. Неизвестна. Разболезнь 0 часов. Здоровая, нет болезни. Уровень полива пересохшая. Блядь. Посеять семена моркови. 35 полить на 40. А, у меня осталось 5, ебать. Да я заебусь бегать в таком случае. Надо ставить эти хуйни, которые вы говорили, дождевые, если я хочу поливать постоянно. Потому что здесь, во-первых, воду отключат скоро, это я так не смогу делать, блядь. Я уже водичкой начал поливать там, да? Не иначе. Блядь, червей случайно вскопал. Уберите эту ебаную морковь, блядь, нахуй она мне тут нужна? Так, червяки реально, можно жрать червей и быть таковым. Лейка полная в основную руку, я понял, это все время я поливал ебаной бутылочкой. Так, становится уже легче. Полить. Тут 100, ну по 45. Полить. 45. Полить. 45. А в лейке еще-то хуя осталось. Я просто 150 залил почти. 135. Где лейка? Она должна быть в руках. Полная. Но еще плюс-минус. Информация. Уровень полива иссохшая. Уровень полива иссохшая. Уровень полива иссохшая. Блять. Полей еще. До конца полей. Информация. Хорошо полито, блять. До конца. А это покажи мне. Информация. Иссохшая, блядь. Надо, короче, лить прям, нахуй, до талого лить. Бля, а чтоб ебашить воду собирать, нужно качать строительство, потому что нужны эти ебаные бочки, блять. О, блядь, чувствую, это меня заебет. Прям ух, как заебет. Я, блядь, не хочу, чтобы меня это заебало. До конца. До конца. И до конца. Не перезалить бы. Ну, первый опыт, какая хуй вообще. Хорошо полито. Хорошо полито. Хорошо полито. Все, пока эту морковку, она у меня пробная. Как если зрет морковка, буду сажать дальше. Не зрет, не буду. Надоело. Все, фу-фу-фу. Заебало. Червей сюда пока поеду. Семена моркови тоже нужно. Могут быть газировки. Мусор, 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 мусор в мусор. Мне еще нужно садовый совок.
Мне еще нужно за оружием съездить. Кувалда на месте. Пожарный топор на месте. Вот. Нет, оставь, он там и должен лежать. Кувалда на месте, патроны на месте. Супец мой, где?